Премьера сезона. Петьку убили. У нас 2 недели на поимку убийц. Дело простое. 2 пары не поделили девочку, и один убил другого. Я тебе сказал, к Вике не подходить. Великие победы! Ура! Дуэль, ура! Сэр! Стреляли с близкого расстояния. Сначала в один глаз, потом в другой. Знаешь, всем нутром чувствую, что выстрел отсюда. Из войны. Петя снимала, я записывала все материалы Раисе Ивановне. Это она. Едем. Теперь или никогда. Камера где? Ну, я не шутки шучу. Я не убивал! Я никогда не смог убить Петьку! Я семью 20 лет по крупице строила. И вот мне занять Петю потеряла. Это все несчастья ее только начинаются. Ты знаешь, что я в 17 лет на фронт пошла? Знаешь, что я из окружения выходила? Да я такое испытала, что тебе в самых твоих страшных снах не снилось. Нет, не надо, Таня. Это поцелуй сотрет война. Я его забуду. А я хочу ждать. Она верная тебе, это правда. Но не любит. Его любят. Слушай, а как ты думаешь, двоих можно любить? Раньше точно знал, что нельзя. Олег Дмитриевич Карпухин. Муж этой женщины. Черкасов Иван Петрович. Муж этой женщины. Раиса была на оккупированной территории вместе с тонкой пулеметчицей. Ты понимаешь, что ты хочешь? Чтобы я об этом героическом прошлом рассказал детям? А ты ее в лицо видел? Это что? Кто ее увидит, во враг пойдет. Скажите, когда я смогу архивы посмотреть? Так ведь нет ничего. Лучший сыщик Советского Союза. И он страшно ненавидит вашу семью и мстит. «Палач». Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Но скоро все об этом узнают.